9 класс. Максим Горький, дорогие мои дети. Дорогие мои дети, очень трудно жить на свете. Всюду папы или мамы, непослушные и упрямые. Куда бабушки и деды, и рычат, как людоеды. И куда вы не пойдете, везде дяди или тети. И везде учителя ходят взоры веселя. Ходят, кашляют, следят, кто вы, чей из ребят. А как заметят мальчик боя, так ему наставят двое. И на носа надев очки, смотрят, где тут девочки. И шагая, как верблюды, ставят девочкам неуды. Дорогие мои дети, тяжелые порядки. Что мне скажут, что такое